На пересечении Московской и Комсомольской разрушается памятник архитектуры. От здания, построенного почти 150 лет назад, отваливаются фрагменты фасада и падают на пешеходную зону. В нем сейчас располагается Дом работников искусств. По словам местных жителей, верхняя часть памятника архитектуры разрушается уже не первый месяц. Но никаких мер по его сохранению предпринято не было. Только поставили стул с листовкой-предупреждением и повесили ограждающую ленту, которая, правда, давно порвалась. Страшно, конечно, но смотрим все время. Что ж теперь? А часто здесь ходите? Ну вот что, не пойдешь же по тротуару?